Слышите, когда играет рэп афроамериканский? Ребята, мы начинаем сегодняшний влог и снимаем его, так скажем, с помойки. Да, потому что решили мы 25 числа все выкинуть ненужное, все нужное оставить с собой. И мы отправляемся на поиски елки. Я не знаю, получится ли у нас купить елку. Вот, может быть, даже не купить. Может быть, мы ее просто найдем. Но мы отправляемся, и сегодняшний влог посвящаем Рождеству. Merry Christmas, друзья. Merry Christmas. У нас на улице плюс 19. Аня приготовила куртки, как будто бы зима наступила. Слушай, а мы воду не взяли? А мы воду не взяли, а воду надо брать обязательно. Меня немножко вчера, когда я въехал в Калифорнию, шокировала цена на бензин. Мне пришлось заправиться по 4,45. Я уже думаю, неужто пока меня не было в Калифорнии, цены вскочили. Нет, все нормально, 3,22, 91. Так что еще пока живем. Мисс Анюта, хочешь тайский суп? Хочу. Адьо. Хочу. Но если тайцы сегодня работают, если у них сегодня не Крисмас, заедем, хряпнем, ну да, хряпнем, да, супчику тамка со шримпами. Наташа в лайв-стриме с блогером. Блогер Женя, она переехала недавно из Казахстана и живет теперь во Флориде. Вот так вот мы снимаем лайв-стримы. Это формат 360 градусов. Вот видите, сейчас идет лайв-стрим в перископе. Вот так вот, вот видите, вот так вот. Да, такая камера, вот она крепится. Привет, как Техас? О, Техас был. Как это можно объяснить? Только что была трансляция. Многие из вас ее видели в перископе. Я выхожу из этой двери. Значит, я выхожу из этой двери, иду показывать улицу, там показывать, что вот то, все 50-е. И оттуда идет Женя. Женя, ну знаете, мой друг Женя идет с семьей, он же в Сан-Франциско, он мне писал в лайвстриме, и он мне писал в лайвстримах и вообще в сообщениях, это, как оказывается, был сюрприз, вот этот сюрприз, который вот этот человек, вот он, это был такой подготовленный сюрприз, а вот эта женщина все знала, вот этот ребенок тоже все знал, вот она маленькая ехидная личика, да, Паша тоже все знал, вон Паша с Марком. Дай Марку покажу. Марк, привет! Паша! Марк, ты же умеешь говорить привет? Вот так вот, Диночка, да? Признайтесь, сколько вы дней уже, когда вы приехали? Когда мы приехали? В субботу были? Утром. В субботу уже были. Вот в субботу я, значит, еду, переписываюсь с ним в СМС, в мессенджере. Там, как ехать, да. А мы тут вот идем в парк погулять, да. Там. А мы сейчас, говорит, пошли погулять, а все закрыто. Причем там, у себя, в Окленде. Вот так вот бывает. Представляете, друзья сделали новогодний сюрприз, новогодний подарок. Я этого человека очень люблю. Вся моя его семья очень любит. Поэтому это такой подарок, не просто... Это душевная связь. Блин, это круто. Это все записалось в перископе. Я скачивать перископа не буду. Ссылка вот о том, как все это произошло, под этим видео, ребята. Скушайте пока на шкварчащий. Вот он, шкварчащий супчик. Шкварчащий. Вот он, это Note, Samsung Note. Но самое интересное, пользуется и Android, и iPhone. Так что, причем и 10 у них в семье есть. И 7 плюс. А он не даст. Ты даже не обеспечиваешь. Даже не мечтай. Сегодня ни трафика, сегодня вообще народу нету никого на улице. Ну почти. Чего ты хочешь, Маша? Ты хочешь сюда посмотреть? Я здесь Маша и папа. Давай передадим привет. А ты помнишь новогоднюю песенку, которую ты пела? Давай. Не хочешь? Тебе жалко, что ли? Мы новую выучим. Мы обещали на Новый год новую песню. Мама Аня нам новую песню про, так скажем, проспонсируешь, пропродюсируешь. Какую? Ну вот на прошлый год была, но в лесу родилась елочка для Маши. Этот стихи мы тоже учим. Все, мы запишем обязательно, а потом на YouTube Маша на выступление. Ну что, садимся за стол. Гости дорогие, смотрите, рыба,
рыба, картошка, огурцы, салатик. Ты хочешь, чтобы я здесь сел? Ну да. Хорошо. Картошечка. Что такое морковь? Что селедка. Селедка. Ну что, сейчас будем тосты говорить. Ну что, мы все за столом. Все. Здесь, как говорится, Павлик, мисс Анюта, Женя, Дина, Марк, Забугорский и Маша. Друзья, мы сегодня собрались в этот 25 декабря. Американский Крисмас, так скажем, дэй. Ну, сегодня он в ночь был, 24-25. Но для нашей семьи сегодня праздник то, что вы приехали. Реально. Помимо того, что у нас сегодня год и 10 каналу, это тоже хорошо, но это неожиданный сюрприз и за вас. Сюрприз, да. Вот сюрприз точно получился. Знаете, очень хотелось бы, чтобы ваши друзья, ваши близкие дарили вам не только материальные подарки, а именно такие впечатления, которые я ощутил сегодня. Мы пересмотрели несколько раз вот это видео, этот лайвстрим, где у меня было такое лицо, потом я просто опешил. И это было круто. Фишка года. С наступающим! Бом-бом-бом! Я не забрали. Да. Держи, мало. Все, дети все забрали. Ну что? С вами мы увидимся теперь уже завтра. Если видео понравилось, ставь лайк. Если видео не понравилось, ставь лайк тоже.